Всем привет, с вами Грейт, и сегодня я вам покажу, как сделать флорбол без модов в Melon Playground. Ну, а если тебе понравится этот ролик, то подпишись на канал, если ты не подписан, ставь лайк. Ну, а я вам желаю приятного просмотра, ну что ж, погнали! Все, флорбол готов. Смотрите, к примеру, вот этот игрок хочет забить вот этому вратарю мяч, смотрите. Ну, этот игрок защищает, в принципе, да, вот обычная ситуация, вот, ой, тихо. Вот он его, то есть клюшкой мяч, хоп, да, это мяч. Это никакая не шайба, вот. И вот они вот так вот его между собой, короче, разыгрывают. Вот, ну, например, смотрите. Оказалась такая ситуация, к примеру, вот я вам сейчас просто говорю. Например, этот игрок, он обыграл, то есть взял мяч у этого игрока. Вот, то есть у него оказался. И ему сейчас нужно забить гол. Вот вратарь, смотрите, он берет, но вратарь, то есть отбивает. В принципе, вот так вот. И также, вот, в принципе, вратарь также, наверное, я не знаю, что может вратарь делать, я вообще не разбираюсь в флорболе, просто говорю, вот, то есть, вот мяч, клюшка. Ух, ой, ё-моё, гол, ребята, или я не знаю, что это такое, но, наверное, гол. Вот. Ну, вот, ребята, вот такой вот флорбол, если он вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я, Грейт, всем удачи и всем пока.